Постоянный представитель Армении в ЕС представил председателю ПАСА гуманитарные последствия 44-дневной войны. На официальной церемонии открытия офиса австрийского агентства развития Арарат Мирзоян и Александр Шаленберг подписали совместную декларацию по рамочной стратегии. Существует большой потенциал для сотрудничества между Арменией и Австрией. Никол Пашинян принял Александра Шаленберга. В Ереване состоялось 8-е заседание армяно-австрийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Визит вице-премьера России и директора ОАО РЖД был посвящен строительству железной дороги Ерасх-Дюльфа-Ордубад-Мегри-Городис, отметил Никол Пашинян. Армения заинтересована в процессе демаркации и делимитации, заявил Арарат Мирзоян. И статистика коронавируса по Армении. Сегодня зарегистрировано 4388 случаев заболевания коронавирусом. 2359 человек выздоровели, четверо скончались.